по сути дела, ведь Россия сейчас сталкивается с необходимостью опять догонять остальной мир, прежде всего Америку, Европу, да и Китай, с точки зрения новейших технологий, с точки зрения научно-технического прогресса. А как догонять? Гвозди не делают. Как догонять? Так нет, слушайте, там иголки, как они делают. Посмотрите, там среди новых санкций запрет на поставки иголок в Российскую Федерацию. Оказывается, иголки в России делать не умеют. Так что, понимаете, с этой точки зрения, мне кажется, ресурс Путина ограничен. Посмотрим, что будет дальше. Но я думаю, что речь идет максимум о горизонте 5 лет.